Приветствуем милых зрителей на новом обзоре серебряных украшений от интернет-магазина «Серебряная птица». Как всегда, в нашем каталоге стабильно появляются новинки, и мы рады их вам показать в этом видеоролике. Смотрите его до конца, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии, нам очень важна ваша обратная связь. Ну а мы с удовольствием начинаем показ серебряных украшений. Представляем вашему вниманию серьги и подвеску из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования, вставка на украшениях пенолит. Наш видеообзор начинается с шикарного комплекта украшений, это серьги и подвеска с пенолитом. Спешим напомнить, что вставки из коллекции Mineral все уникальны, и для вашего удобства наши менеджеры могут прислать вам фотографии перед отправкой заказа, где вы можете увидеть интенсивность и количество вкраплений и прожилок, оценить оттенок камня. Все, чтобы ваш заказ вас только радовал. Такой подход и сервис всегда к вашим услугам в интернет-магазине «Серебряная птица». Серьги с английским замочком, их высота 39 мм, ширина 18 мм, паспортный вес 16 грамм. Паспортный вес подвески 6,6 грамма. В обзоре использована цепь RDG-5. Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий родирование, вставка, фианит и везувиан. Классический комплект украшений с сочетанием разноплановых вставок. У везувиана также могут быть отличия в интенсивности вкраплений, поэтому вы всегда можете проконсультироваться у наших менеджеров по этому вопросу. Плоская вставка смотрится очень стильно и удобно при повседневном ношении. Скорее переходите по ссылкам в описании к этому видео, чтобы этот роскошный комплект был в вашей коллекции. Паспортный вес серег 5,5 грамма, паспортный вес кольца 4 грамма ровно. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование, вставка, ювелирное стекло европейской огранки. Невероятно стильный и трендовый комплект украшений. Такие модели сейчас на пике популярности, и, конечно же, ювелирный завод «Красная Пресня» подхватывает тренд и также выпускает эти потрясающие украшения. Вставка из ювелирного стекла поражает количеством граней и актуальным темным оттенком. Ждем вас за покупками на сайте серебряныяптица.рф. Размеры вставки 15 на 10 мм, высота серег 22 мм, ширина 11 мм, паспортный вес 6,7 грамма. Размеры верхней части кольца 16 на 11 мм, паспортный вес 5 грамм ровно. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка пенолит. Еще один трендовый комплект сейчас перед вами. Вставка с плоским пенолитом в горизонтальном расположении на кольце и в вертикальном на серьгах. Смотрится очень современно. Ну и, конечно же, для поклонниц натуральных вставок это будет определенно очень заманчивая находка в коллекцию аксессуаров. Переходите по ссылкам в описании к видео и заказывайте эту новинку прямо сейчас. Паспортный вес серег 7,2 грамма, кольца 4,4 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования без вставок. Комплект украшений без вставок с восхитительным филигранным дизайном. Нежные лепестки фантазийного цветка гармонично впишутся как в деловой образ, так и в праздничный вечерний, создавая легкий акцент. Заказывайте эти украшения на сайте серебряныяптица.рф и покоряйте окружающих. Кольцо не препятствует сжатию ладони, смотрится очень благородно. На серьгах английский замочек, их паспортный вес 4,9 грамма, паспортный вес кольца 4,7 грамма.
Серьги и подвеска из серебра 925 пробы. Покрытие изделия оксидирования, вставка, фианиты и везувиан. Вновь украшения с натуральными вставками в нашем видеообзоре, и снова это прекрасный, свежий везувиан в окружении сверкающих фианитов. И на этот раз обратите внимание, какая огранка у минерала. Просто невероятно смотрятся как серьги, так и подвеска. А уж в комплекте вы точно не останетесь незамеченной и соберете все комплименты. Размеры вставки на этих украшениях 16 на 8 мм. Высота серёг 39 мм, ширина 12 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес 10,48 грамма. Размеры подвески 23 на 12 мм, петелька 8 мм. Паспортный вес 5 грамм. Представляем вашему вниманию кольца из серебра 925 пробы. Украшение в покрытии золочения и оксидирования. Кольца без вставок. Трендовые кольца от мастеров-ювелиров Красной Пресни. Очень интересный и лаконичный дизайн. Украшения доступны в двух вариантах покрытия, поэтому вы точно сможете подобрать то, которое придется вам по вкусу. И также такие кольца отлично подойдут в качестве подарка близким или себе. Ну а сделать заказ проще простого. Для этого нужно всего лишь перейти по ссылкам в описании к этому видео на наш сайт serebrnaya-ptitsa.rf. Паспортный вес изделия 2,2 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование, вставка, фианиты. Очень интересные украшения с актуальным геометрическим дизайном. Не слишком широкие, не мешающие при повседневном ношении, они идеально впишутся в ваши образы, от офисного до праздничного. Эти украшения не перетянут внимание на себя, а наоборот смогут дополнить ваш стиль. Ссылки для заказа изделий находятся под видеороликом. Интернет-магазин «Серебряная птица» всегда рад помочь вам в осуществлении ювелирной мечты. Паспортный вес серег 3,9 грамма, кольца 3,9 грамма. Серьги, кольцо и подвеска из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование и алмазная грань. Украшение без вставок. Благородная и элегантная новинка с алмазной гранью. Смотрится просто великолепно. Только посмотрите, как она переливается, как изящно вплетена в общий дизайн украшения полоска с алмазной гранью. Вы можете выбрать украшения в комплекте или носить их по отдельности. В нашем интернет-магазине каждое изделие можно приобрести отдельно. Мы уверены, что с этими ювелирными изделиями ваши глаза будут сиять еще ярче. Оцените по достоинству эту новинку и заказывайте украшения на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf. Паспортный вес серег 7,5 грамм, кольца 3,6 грамм, подвески 3 грамма ровно. В обзоре использована цепь RTG-5. Серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования и золочения. Изделие без вставок. Лаконично, стильно, оригинально. Все эти слова как нельзя лучше подходят для этих серег. Модное дизайнерское решение в минимализме подходит для любого случая и под любой образ. Но особенно подчеркнет, конечно же, такой же минималистичный и монохромный наряд. Серьги очень удобны для ношения и не доставляют дискомфорта мочке уха. Убедитесь в этом и вы, заказав актуальную новинку в свою коллекцию. Паспортный вес таких серег 7,9 грамм. Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, вставка, культивированный жемчуг. Всегда актуальная классика вне времени, культивированный жемчуг в украшениях от завода «Красная Пресня». Смотрится просто великолепно и очень изысканно.
Качество украшений остается всегда на высоте вот уже несколько десятков лет, а дизайн не перестает удивлять поклонниц этих украшений. Так, например, в этом комплекте прекрасные жемчужины сочетаются с еще и объемными филигранными узорами, добавляя очарование всей композиции. Переходите по ссылкам в описании к этому видео и заказывайте комплект украшений на нашем сайте. Паспортный вес серёг 9 грамм, паспортный вес кольца 4,5 грамма. Представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие оксидирование, вставка, имитация жемчуга. Вновь фантазийный комплект, на этот раз с имитацией жемчуга, очень аккуратно дополняющего такие величественные узоры. Посмотрите только, как интересно они смотрятся. Такие украшения можно надеть с вечерним нарядом и, не сомневаемся, все восхищенные взгляды будут собраны именно вами. Паспортный вес серёг 5,7 грамм, кольца 3,5 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования без вставок. Невесомые и утонченные украшения на ваших экранах. Посмотрите только, какой интересный дизайн. Как красиво смотрятся серьги с нижней подвижной частью. Это просто уникальные украшения, которые помогут создавать акцент в вашем образе, но и также прекрасно справятся с задачей самостоятельного изделия. Особенно эффектно будут выглядеть серьги с высокой прической и открытой шеей. Будьте самой обворожительной вместе с интернет-магазином серебряныйптица.рф. Паспортный вес серёг 8 грамм, кольца 2,3 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы, покрытие украшений оксидирования, украшения без вставок. Мягкие изгибы и плавные линии на серьгах и кольце выглядят очень изящно. Ткань добавляет легкости изделия. На серьгах английский замочек, шинка кольца с тыльной стороны не препятствует сжатию ладони. А как на ваш вкус такие изделия? Оцените их в комментариях по шкале от 1 до 10 и, конечно, не забудьте перейти по ссылкам в описании к видео и заказать понравившееся украшение. Паспортный вес серёг 6,4 грамма, кольца 2,5 грамма. Серьги, кольцо и подвеска из серебра 925 пробы. В покрытии изделий оксидирования, украшения без вставок. В завершении нашего большого обзора полюбуйтесь вот на эти роскошные украшения. Просто невероятная красота. Совершенство в каждом завитке и детали. Все украшения комплектом создают единый ансамбль, а по отдельности будут делать легкий акцент образа, добавляя оригинальный мотив. Серьги с французским замочком, их паспортный вес 8,7 грамма, кольцо 5,2 грамма, паспортный вес подвески 5,6 грамма. В обзоре использована цепь RDG-5.